Здравствуйте, друзья! Сегодня в обзоре малыш с первым цветением, азиатский сорт Лиолин Оранж. Вот он у меня, Пилорик Туайс. Процвел по сорту, по мутации, постарался как надо. Первое цветение 5 цветочков осилил. Цветочки не крупные, но они плотные, прям восковичок. Распустился он уже недели 2 назад. И до сих пор цвет не поменял, что очень радует. Первый цветочек так вообще уже давно цветет. Видите, примерно один оттенок у цветов. У более свежих и у более ранних. Соответственно, это говорит о том, что сорт не выгорает. Это имеет огромное значение для рыжих, для желтых орхидей, потому что очень часто именно такие оттенки орхидей имеют особенность выцветать до практически белого цвета, что нас, конечно же, архаманчиков очень огорчает. Ну что я скажу об этом сорте? Листва компактная, она тоже вот с небольшой желтизной, с таким вот оттенком. Сейчас покажу вам ее поближе. Вот. Листики компактненькие. Я думаю, что это будет миди размерчик. То есть, ну, это явно не стандарт сорт. Цветочки давайте померим линейкой. Так, что у нас тут? 4 сантиметра. Камера не показывает с этого ракурса. Ну, вот он, 4 полных по петалям. Ну, сколько он у меня стоял до того, как начал цвести, до того, как надумал цвести, ну, года полтора, наверное, он у меня рос. И вот решил, что пора показать мордашку. Это зимнее цветение. Скажу, что не было никаких сложностей во время того, как он гнал цветонос. Бутон он не сушил. Расцветал без проблем. Умничка. Так что, в принципе, сортом я довольна осталась. Цветочки не крупные, я это знала заранее. Меня, конечно же, впечатлил именно цвет. Он такой апельсиново-горчичный. Камера верно передает. Было сегодня солнышко, я снимала, но, к сожалению, вот как видео начала снимать, солнышко куда-то спряталось. Давайте покажу вам его поближе. Для любителей миниатюр и тех, кому нравится такой вот апельсиновый цвет, очень рекомендую. Яркий, неприхотливый, плотный цветок, не выгорает. Насчет аромата не подскажу, к сожалению, у меня с обонянием проблемы. В данный момент я не чувствую никаких запахов. Может быть, он ароматный. Смотрите, как интересно, защипчик на одной петале смутировал. Малиновые сплэши по краю апельсиновых лепесточков. Красавец. Видите, у более старого цветка малиновый ушел в рыжий. А у нового малиновый по краям прям такой яркий, насыщенный. Вот и вам и особенность выцветания. Видите, малиновый цвет выгорает, а рыжий остался неизменным. Так что, в принципе, сорт я этот рекомендую любителям рыжиков. И если вы не ждете от него пышных, очень пышных цветений, вряд ли он покажет вам какие-то большие букеты, хотя все возможно. Давайте я вам сейчас покажу его в сравнении с другой бабочкой. Ну вот, в кадр напросился рядом стоящий тоже. Сегодня у него была фотосессия. Это азиатский сорт Sun Beauty. У Sun Beauty цветочек 6 сантиметров, 6 с копейками. Видно, что он крупнее. Тоже желтый цвет, тоже есть сплэши. Почему вот мне захотелось их вместе показать. Но это уже, конечно же, совершенно другой тип цветения и сорт другой. Это будет крупноцветковая орхидея с большими листьями, это стандарт. Ну, крупноцветковая, конечно, это слишком громко сказано. Я думаю, сантиметров до 7 будут цветы. Ну, оранжа 4, максимум 5.
не больше. Но у него плотный цветок восковой, а здесь уже лепесточки тонкие-тонкие, нежные-нежные. Прям вот тончайшие. Ну, кстати, этот сорт тоже не выгорает так сильно, как я предполагала. Пока что держит цвет. Посмотрим. Но вы должны понимать, что если вы ставите орхидею на подоконник, то солнышко все равно свою работу делать будет. Цветы будут выгорать. На стеллаже такое выгорание будет медленнее идти, не так активно, как на солнечном подоконнике. Ну вот, показала я вам сравнение двух сортов. Конечно же, они абсолютно разные, ну, просто для контраста. Расскажите, есть ли у вас коллекция оранж, цвел ли, радовал ли вас, какие у вас о нем впечатления. Спасибо, что посмотрели обзор, подписывайтесь на канал, всего хорошего.